А третья? А четвертая? Старта нет. А, не можешь четвертый. Надо придумать сначала. Ну давай. На одном дыхании. Первое дыхание. Сделай так, чтобы тебе хватило.
темп, динамику сделать так, чтобы хватило дыхания. Либо перманентное дыхание, не вопрос. Выбирай. Сколько лет? 15. Пора. It is time. Знаешь, да, что значит? Еще раз. Форт. Форт. Пиано. Ничего нет. Давай. Мецефорте, мецепиано. Четкая разница должна быть. Надо понимать вот именно уровень динамики. Вот смотри. Например, я сейчас разговариваю где-то по динамике на мецепиано. То есть натуральная речь. То есть меня слышно. Не так, чтобы очень громко, но вот это называется мецепиано. Пиано — это когда я говорю уже тише. То есть вот это мецепиано. Мец значит не очень, пиано, ну, тихо, слабо, да? Мецефорте — это форте, значит, ну, громко либо сильно переводится дословно. Но чуть-чуть, ну, сильно, но немножко слабее, но сильно. Вот это уже мецефорте, я говорю. То есть я говорю, меня слышно, нормально слышно. Понятно, да? Форте — это уже когда ты с посылом говоришь на огромную аудиторию, если там с трибуны там орешь. Фортиссимо! Понятно, да? То есть четкое разделение. Не только по громкости, но и по эмоциональной части. То есть по посылу. Понял, да? То есть у тебя начало мецефорте. Вот оно, мецефорте. То есть, ну, хорошее натуральное звучание. Вот оно. Вот оно, мецефорте. Понятно, да? Четкое разделение. У тебя все одинаково, все плоско. Попробуй. Больше контраста делай. Чуть-чуть отпускай тросточку, чтобы ты звук не давил. Лаба-да-ба-дам! Чтобы отпускал звук. Дага-дага-дага-дага-дага-дага-дам. Любимое место. Thank you.
хорошо, что ты дуешь, но мы же в акустику играем. Тут, конечно, ее почти нет, но все равно. Ла-ба-да-да-дам! Чтобы ты как бы озвучивал зал. Давай. Ла-ба-да-да-дам! Еще поярче немножко. Да, вот это форта. Давай. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Если будет зал с другой акустикой, будет вот так звучать. Надо немножечко утрировать артикуляцию. Нечетко, нечетко. Еще. Немножко так трость.
четко. Thank you.
французский композитор, умер в начале 20 века. Так, это ты про Дариуса Мио рассказываешь, что я... Ой. Не знаешь, да, кто такой сказал? Вот почитай, я тебе ничего не буду говорить. А то ждете, сейчас вам все расскажут. Во. Да, что за персонаж такой? Так, давай немножечко вторую часть поиграем. Сейчас. Наизусть не помнишь? Помню. Давай, я тоже припомню. Тот ритм, там тоже квартоли. Не раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Да, хорошо, ритм правильный, теперь все равно гладко, что легато. Thank you.
структура отличается в начале у фортепиано и в репризе? Слова знакомы, надеюсь? Да, в репризе он начинает играть... Вот начало, помнишь, вот второй части? Кто там у фортепиано? У него идут длинные аккорды. То есть... А в репризе начинается... Да, меняется фактура. То есть есть какое-то развитие, которое... Ну вот у нас 16-й появляется там в середине, разработочка материала, потом трансформируется, получается, тема. Тогда проще играть это именно ритм, потому что 16-ми заполняется. Та-та-та-та-ти. Поэтому первый раз триоли, ну, построже, понятно, да? Ну ничего, по образной стороне, конечно, надо тоже поработать, что это тут такая созерцательная музыка, красивая, природная, какое-то начало такое. Светлое, там, и тут вальсирование. Много различных образов. Начало спокойное. Ну, все не буду рассказывать. Сам тоже соображаю, вот как, какой, какая сюжетная линия у тебя выстраивается. Так, давай, сейчас играешь последнюю часть. Мы тебе хлопаем, и ты уходишь. Давай, как на концерте. Помнишь, наизусть помнишь? Давай, пульт убирай тогда. Как тебя зовут? Феодосия. А фамилия? Медведенко. Выступает Феодосия Медведенко. Давай. Отдыхай.